направо по берегу на 160, так, продолжай. Для нас задачи не услышал, метки поставил. Принял. Штаб на связи, прием. БВ, на брифинге был приказ двигаться общей группы по хайвею. Не надо нарушать. Хорошо, приказ за ХК. Мы чуть-чуть ушли вперед. Вот, окей, привет, останавливаю. Затем. Двигайтесь на метки Драконелла. Хорошо, какой квартал? Означите? Кто уже с фриза и на планировании вас об этом спрашивают? Кто ничего не может сказать. Правее немножечко, забирай чуть правее. На 200. Наши в городе на крыше есть, нет? Прием. Никак нет, никак нет, наши в городе нет. Смотрите по зонам. Там для БВ метки будут или нет? Занять ДВ. Ты пометил контакт, несколько человек с крыши убежали. На канале прием. Кто на канале? Ну, смотри, 721, 2 и 3. А, принялся. Это 72 приняли. А, 7, вы там на берег доплыли, нет? Мы прием. Понимали, это АТ. Вы до берега доплыли, нет, далеко вам еще? Ой, на косе это 7-1. Первую косе мы на лад. Я на понял, АТ уже плывем к берегу, давайте за нами, а пусть воды на берегу останемся. Понял, сейчас за вами, примите, через минуту, не высовывайтесь, раньше нас на позицию. Мы спешимся, подойдем, проверим все и займем там.
опасно. Да. Мы сейчас пехотой пойдем в атаку. Да это ладно, блин. Лапки опасны. Просто сейчас вот гранатометчик, знаешь, выглядывает за кучу, не успеваешь. Прием, идет слышно? Я сейчас газы пущу в бой. А, слышно. Газ, подожди. Это Драконел, у меня были технические неполадки, сейчас... Драконел, прибытие, они не понадобятся, мы штаб, нет. Я газы снаружи пущу. Пока поставил свои. Только не слабки. Стоп. Все, спешивайся. Высадка. Если на кварталы, то они не были. Рассредоточьтесь. Слушай, без тебя нифига не вижу. У тебя теплак есть. Через теплак почему-то не пускает. Странно. Кто украл мою ДВшку? Или ты с ней садился в технику? А, точно, она ж в этом. Как рюкзак нет. Ой, как ты. Жек, мы готовы. Молодцы, все, двигайтесь, я тут безопасность ставлю, поэтому... Так тебе надо вернуться туда, на этот остров. Я знал, аккуратно проходите, убегайте, нет, убегайте. Давайте, для лав. Так. Мы в два высадили. Инга. Сколько с этой позиции для лавки, а? Стоп, смотрите, были необходимо. Так, пары назначу. Отделение десанта воздушного получается после того, когда завяжется бой с противником. Я и Лямкин. Вы высаживаетесь. Азимут 333. Берем. С юга. Партизан и Чукарин. Ну и Андрес, видимо, один. Хорошо. Я замыкающий. Не подави. Пойдем в шеренгу. Отряды десанта. Направо, все, плывем на 333. Вы два высадились, полина огневой. Давайте шеренгу направление юг. Маха крайне аккуратно прям сидят черти. Сколько из лавок уже высадилось? РМ высадились. И... А, Т выгрузилась. ВВ-2 высадилась. Давайте, от укрытия к укрытию вперед. Сигнал, восток за зону, главное, не зайдите. Чуть вышли, уже вернулись. Так, одна из лавок, заберите меня поближе к месту действия с респауна. Лавка РМ выехала. Left. Ой, вперед, вперед. Боись, вы собрали же лично, что ли? Вообще азимут 352. Там никого не вижу. Пачка. Чеза. Как у вас там? Высадились, точка арсенал, зашли уже в первые дома. До зоны зайдете, закрепите. Может за КП шить ближайший дуров? Тебя старалась не хватит. Тебе это пригодится, когда ты будешь штурмовать саму зону. СВД 140. Лавка АТ, вы где находитесь? Ребят, прицелы. На выпадке. Man. Болт что-то сказал на 200, кажется, бета. Ты отметили пехоту, стрельбу оттуда ведут. Все понятно. Принял. Седьмые, вы где находитесь? О, давайте вперед, а то сейчас здесь положится к черту. 7-1 по метке ведь это. Все принял. 7-2 на позиции 7-1. Лавка АТ занимает предназначенную
на нее точку, рядом отряды, которые есть, когда ее сопровождаете, ваша задача удержать вот это шоссе, очистить его для других отрядов. Вижу метку на седьмых, все остальные калоши уже доплыли, что ли? 7-1 на позиции, 7-2 на позиции 7-1. Арсенал, ожидайте пока на метку. 7-2, прием, это 7-1, занимайте наши позиции, как я расписала, 1, 2 и 3, 4 для фаерсимов, мы ваш пока займем, как пойдем. Принял. Там раньше будет нас. В смысле, если вы высадились уже? Мы еще не высадились. Повтори ветер. К тому времени. Метка на карте. Ты сказал, давайте двор займем, здесь пока держаться. Один, объясни, где вы? Блин, твоя метка красный ветер ССГ, мы только что проплыли. Принято. Штаб 7-2 и 7-1 параллельно двигаются на одной метке. Все, принял. Остальные калоши, пометьте свое. Остальные калоши поставьте на себя метки. Все, здесь чисто, внутри двора чисто. Кого было средство забрать? Азимут 339. Повтори. Средство, не вижу человека. Оставить, вижу. 338. Так, Андрес и партизан с парой. Ваша сейчас задача держать северный вход, все остальные держат южный. Здесь у нас противник рядом. Принял. Метки. Паста нас. Клав БВ-2. БВ-2. Семь один, 200 метров до высадки. Все лавки, кто произвел высадку, возвращайтесь обратно на косу. Все лавки, подтвердите. Кроме лавки АТ. Принят. Штаб, одну лавку БВ можно оставить у себя, тут нормальные позиции. На метке БВ-1. БВ, разрешаю. Действуйте тогда вместе с лавкой, если сможете ее прикрыть. АТ, находимся на отмеченной позиции, значит, ждем седьмых.
Внимание, 7-1 высадку произвело, начинаем продвижение на позицию. Снайпер крупнокалиберный стреляет с юга вдоль шоссе. А у снайпера есть у противника КСВК. Дип на связи. Мимо свои едут. Седьмые, вы там на калош подъехали. Можете по дворам гранатомет отработать. На связи. Так точно. Впереди на вторую дефолтную. В. А никак не могу перейти на вторую дефолт. Индип, леса убили, назначь кого-нибудь на командование БВ-1. Ваша БМП же. 7-2, 7-2 высадилась на метке Ковальски. Как поняли, прием. Прием. А, БВ-1. Ответьте. Заняли позиции, откопались. Мы в этом первый двор зачистили, нет? Начинаем. Там входибельный дом, кстати, есть. Тут ебетник просто этих входибельных домов. В1 на дальнюю. Осторожнее на этих высоких зданиях, там противник был замечен на высоких. РМ, на вас метка, действительно вы зачистили свой двор? Это РМ, мы держим весь наш двор. Все принято. Возвращаемся обратно. Есть, погоди. Штаб, ответь. Азимут 337, поплыли. Штаб, ответь, отделение Лима. Так, слушаю вас, отделение Лима. Какие нам будут задачи? Да погоди, это мы на технике плывем. БВ-1 на дальнюю. Наблюдаю бойца в море. Это лавка БВ-2. Море врага быть не должен, Ноб. Но я понимаю, что не должно, но тут бегает пехотинец наш. Там, между прочим, фонтан пробежит. Какие нам будут задачи? М2, двигай на ту позицию, которую я тебе указал изначально, позиция М2. Принято. Это флотаута на КВ? Так, приказ отделением десанта, совершайте высадку. Отделение Лима. Флотаут. Кат-1 прыгает. Беда какая-то. Все, удачи. Прыгайте. Если его нет на КВ-то. Зацепитесь парашютами. Открывать парашюты, когда будет красная надпись о том, что низкая высота. То есть 300 метров, а подпись человек. Это что? Нитро человек. Это из АТ. А, штаб, прием. Я почему-то плаваю, это нормально? Он человек, плаваю, стрелок.
Эти заходят мои внутри самолета. Весело то, что идут надписи в редакторе. Это гражданский человек и гражданские женщины. О, как. Это две разных папки. Ветер, фикс-баг, делайте. Принято. Ух, парашюты, парашюты свои. КТ, прием, вы ничего, старайтесь не ломать заборы позади себя, чтобы жопу вам не надо было прикрывать отдельно. Сейчас посмотрим. У нас жопа там есть, его прикрывать. Чикарина убили. А Т, шоссе чистое? В общем и целом, да, видели одного снайпера. Еще одного бойца, не знаю, уничтожили, нет. Пулемет у него заберите. Иди, где синий забор, там был один противник. Ну, уничтожили. Макс, это... Седьмые наши. Не вижу меток лавов, которые вернулись на косу. Проставьте метки. Получается, должно было две лавки вернуться. Лавка РМ занимается извозом. Откат один на земле. 7-2, прием. Заняли позицию. Мам, я теперь в паре с партизаном. Да, вот ты где? Принял. Где синий завод? Да, вот. Мам, опять так, принял. 7-2, продвигаемся на позицию, как помню. Если бы он вылетел, я хотя бы его бота видел, а так я его даже не вижу. Ладно, блин, да я просто офигею. Опять разворачиваемся. Воду. Пока все равно сделать 10, но встали на острове стоять, поэтому здесь не рекомендую. Что, они нас в Викторе идут? Давай, разворачивайся хером. Повтори. Разворачивай на азимут 190 и поплыли. Ветер там впереди, открытой позиции, нам продвигаться по хайвею. Так, 7-1 штабу, мы позиции заняли, готовы принимать лавку. Лавка АТ, выдвиньтесь на указанную позицию. АТ, как приняли? Приняли. После того, как АТ сообщает о том, что заняли позицию, просматривая хайвей, отделения начинают продвижение по дороге. Ты немножко выше бей. А ты лавка заняла позицию? Да, процесс.
Внимание, Лавка, со 180 снайперка стреляет. Старя, многоэтажек стреляет. Лавка. Ты, со 180 снайпер. Я не знаю, у вас раненый тут один появился. Звука выстрела не было. Вижу, хоть судя по стрельбе, стреляют. От 60 стрельба идет. Смотри, высокое здание. Аккуратности номер 2 снайпера обнаружен. Пока работаем на его уничтожение. Линза. Лавка, внимание, со 180 ориентировочно по нам обстрел идет плотный по твоей позиции, АТ. Бинокль нужен кому? БВ-2. Ответил. Просматривайте город, ездите, занимайте позиции, чтобы просматривать вдоль улиц. Просматривайте, осуществляйте обстрел. Подвигаться в сторону города? Нет, вы находитесь на косе, ездите вдоль косы, посматривайте. А в косы ничего не видно, только первые здания. 7-2, внимание. Все понятно. Занял свою позицию. 7-2, прием. Наблюдаю только передние части первых домов. АТ, около вашей лавки раненые опять, блядь, бьют прям рядом с вашей лавкой. Уходи от забора быстро. Лавка, уходи от забора, назад сдавай, блядь. Лавка, АТ, уходи. Сука, тормоза, что же это, блядь, такое? Лавку АТ выбили. А БВ-2 выдвинулся к берегу. Видно. Так, кто у нас еще с лавкой на косе? Еще Рамовская лавка, наверное, будет. Ты лавку выбили, экипаж, Настя. Рэм стоит на островке лавка. Вместе с АТ. О, с БВ. Лавка БВ идет на место высадки БВ-1. Один будет попал в точку точки вглубь города по третьей институте. Пытаемся занять позиции в районе лавки БВ-1. Лавка БВ-1, вы идете на место, где должна была стоять лавка АТ. Как приняли? Не вижу метки для лавки АТ. Попали под плотный обстрел снайпера примерно где-то с запада. Дальше продвигаться не можем, будем искать обходные пути. Штаб, никак не вижу маркера для лавки АТ. Ноль тридцать один, ноль пять. Прямо в центр города загоняться, что ли? А там вокруг дружественные отряды. Принято, штаб, уходим. М2, наблюдаем, прием, там лавка есть. Штаб, там лавка ездит. 7-2, прием, на какой метке находитесь? На своей метке у нас небольшие ранения, и нас обстреляли с востока, как поняли, прием.
7-2, прием, на какую давайте позицию немножко находится? Южнее до конца вот этого двора дойдем. 7-2, прием. Навил метку, похоже, с востока. Восток, отстреляли из автомата, как поняли, прием. БВ-2, БВ-1 на дальний. Вот, БВ-1, Файеркинг-2 на связи. Отлично, что у вас? Или снайпера, ГПшника. Найди кого-нибудь БВ-2. Ой, БВ-1. А, все, Саган, ты? А я. Найди кого-нибудь БВ-2, пускай выйдут на дальнюю тоже. Старшинцу там распределили самого такого, либо сливай с тобой. Гиб фасть по ДВ. О, когда успел одного убить? Кого сливать? БВ-2. Ты просто не отвечал на ДВ. Это Чукарина убили. Нет, ты успел когда одного убить. Подвигаемся в район 7-х. А, вот гад, ты мой фраг украл, значит. Нас обстреляли с востока, с вашей улицы. Будьте аккуратны, зачистите от периметра. Дело командире злов, пока я стрелял. Что за мавр? Давай потом пофлудишь, ладно. Мавр, осторожно. Иди назад. Ща по своим бьют, блин. Medium range. Отделение десанта, как у вас дела? Там на улице Азим 250 убитый. Прием. Отделение десанта. Так, у меня дик, вылечи меня. Аварийский прием на канале. На связи, нас восток обстреляют какой-то рандом. Замечательно, давай им свою позицию делаем. У нас вас с запада не перестреляет опять. А, раскрыли. Когда мы бежим по голому полю. Да, по-моему, свои с запада обстреляли с М2. Ты хочешь по хайвею двигаться? Что-то такое крупнокалиберное. Если нет, вариант один. Занимай ту точку, которую я тебе дал. Штаб, обеспечьте поддержку пехотой. Лавки БВ. Лавка БВ, поставьте на себя метку. Мы выходим на позиции 7-х и АТР. Подплываем к берегу. Повтори. Подплываем к берегу. Все понятно. Влево бери. Один или 7-2? Вот такая задница городского. 7-1. Анализ 7-1. Сможете прикрыть лавку БВ, она от моря сейчас к вам подойдет. Ветер, прием. Надо входить. Да, если они будут двигаться и стрелять по противнику, сможем. Если будут стоять как АТ, то не сможем. Ветер, прием, как плохо слышно. Откуда по тебе стреляли? Я просто не видел, с запада или с востока? Да мне с запада показалось, что прилетел. Внимание, с запада работает глушитель по 7-1. Вопрос, двигаться или дальше? Ну там есть свой Азим-270 через дорогу. Так я говорил, мне показалось, что меня свои подстрелили. Не-не-не. Это не то. Походу стреляли с востока, потому что парень был на 260 на улице и стрелялся. Получается, что с востока. Партизан, ты где? Я остался, ты укрепляешь. Каскад один, на связь.
ну что? 7-1 на связь. Я чувствую. В2 заняли позицию. Можете двигаться, начать движение по хайвею? Подтверждаю, можем. Попытаться можем. Нам нужно в эти ворота зайти на 180. Нам вдоль хайвея двигаться, который вперед. На западе от нас. Лавка РМ ждет приказов. РМ, двигайтесь с рядом с тюрьмами. Ладно, я вам сейчас так кину. Кину дымы, пробежим тут. Зайдем вон те ворота. Направление 150. Давай, партизан, сюда, прямо сейчас это делал. 7-2, прием, продвинулся новый позицию. Нет, никак нет. Я побегу первый, сразу за мной Лямкин. Если мы прорвемся, да, то сразу же бежите Андрес и партизан. Давай 2 минуты тебе на занятие позиции. Слушай, может я сначала побегу? Нет. А вдруг тебя убьют? Подожди, я сейчас тоже кину. Тебе может не хватить. На 195. Все, я бегу. Давай. Там машина. Хорошо. Там двигаться? Да, давайте. Пошли. Вперед, медленно к дому прижмите. Лавка БВ. Это вы стоите на весь день? Левому. Давай. А, быстрее ему хвала, хорошо. Отлично, так стоим. Лавка БВ, это К2. Прием. Лямкин, встань по центру и смотри вперед. Лавка БВ, это К2. По дальней, отлично. Ответил. А метку синюю можешь поработать, прикрыть? Так точно. Давайте дальше. Два тела, давай сделаем. Сейчас выйдешь и пока будешь идти за лавкой. Сверху, чуть попозже сядешь внутрь, сейчас просто опасно очень, можем погибнуть. Просто двигайся рядом с лавкой, ну аккуратно, чтобы тебя не раздавил. 7-1 на связь. Погнали. Прикрываем, если выкинул. Да, слышишь меня? Ветер. Блин, мы очень много потеряем, если выйдем на 7-2-2, как понял, прием, мы и так уже... несем потери. Ты подтверждаешь выход на 7-2-2? Так, 7-1 на канале, повтори. Есть возможность продвинуться по хайвею в сторону юга. Да какой позиция? Давайте вот эти вот дома в южном направлении тихонечко. Да буквально на пару домов. Лавка была, спасибо, прикрыли, перебежали нас. Мы можем продвинуться на позицию. В дома зайдите и все сидите. Два зеленая. Так, не вижу меток. Возле седьмых какие отряды еще находятся? РМ, мы на моей метке. Обновил позицию 7-2-2. Смотрю на 230. Люди от позиции 7-1. Так, седьмые. Один из отрядов остается прикрывать лавку. Второй отряд выдвигается вперед на уровень позиции РМ.
какую лавку прикрыть? Наша позиция уничтоженная лавка. О, заметил стрелка КСВК. Скорее заметил стрелка КСВК, сейчас помечу. А, седьмые, у вас сзади огонь калаша, сзади огонь калаша, трупы появляются. Сзади, говорят, стрельба калаша точно. Тренировочку сделать. В общем, от нас на юг дистанция 100 метров, уже цель, когда нам начать. Штаб, это лавка БВ-2. Потихоньку берут кольцо, чем дольше мы есть, стоим, юго-западнее нас свои. Уже трупы повсюду. Ну, дох. Какие решения, куда мы выдвигаемся? На связи пехота БВ-2, фаста убить немедленно командование. На востоке-то есть наши? Нет, на востоке противник только метр 500 свои. А, седьмые, есть возможность продвинуться вперед, повторяю. Я спросил, на какую позицию продвигаться вперед. Позиция РМ Англия 4. То есть сдвинуться таким же порядком на квартал. Простят куда продвинуться. Сейчас продвинуть. Мимо нас, возможно, свои пройдут прямо через нашу позицию. Только скажи, что палатка, они еще... Палатка, лавка, была такая мысль, ну ладно. Седьмые, 7-1, 7-2, вместе с лавкой продвигаетесь вперед. Готовитесь со своей стороны к штурму. БВ-1 на связи. БВ-2 на связи, я отработаю БПВ. БПВ уничтожен. У нас на юго-западе сейчас свои. Вам ой, фото, на юго-востоке свои. Там три человека, чтобы вы были. Вот этот взрыв, который там был, это свои работают. Это 7-2, мы потеряли утюг, постараемся продвигаться дальше к базе. Все, продвигайтесь вперед. А, БВ, вы рядом там десант видите? Кого видим? Рейнджеров, десант. Каскад 1 и каскад 2. Каскад 2 метка отвольно. Каскад 1 отвольно. Доложите потери.
есть возможность продвинуться к точке? Возможно, что это один человек потерял. Все понятно. А, так. Метки, терминал БПЛА, наши люди есть? Внимание, терминал БПЛА, наши есть. Терминал БПЛА был уничтожен. Терминал БПЛА был уничтожен. Кто просил отставить огонь лавки? Штаб просил отставить. Штаб. Маркиров нету, выходит из-за угла, выглядывают. Открыли огонь на поражение. Смотрите внимательнее, маркер есть. Смотрю, маркера нету. Свои на 140, имейте в виду. Семь один, семь два, на связь. Прибудьте на канале. Штаб дальше, приказа никуда не нет. Штурмуйте точку со своей стороны, продвигайтесь. Кто спрашивал? 7-2 на канале, прием. 7-2, Ковальский, прием. Оба, Жеку подбили. 7-2, на канале, прием. Все ты врешь, Мавр. А у меня кактуса нету в списке. Блин, а ёп, первый театр, значит, самый враг, ёпперный. Вы с севера бегут. Жека, тебя спасти? Каскад 1, каскад 2. Я не знаю, надо сваливать, думаю, сейчас я отбегу. Полевой госпиталь. Мавр, фото успею. 7-1 пока не может двигаться, 7-2 на канале, прием. Ну все, на КВ что ли выйдет? Принял. Вот там вот, выйди на КВ. Павка, Рем, предлагаю встать на перекрест. Вот на откуда я сейчас уехал, там враг, прям в квартале в этом враг. Принял, принял. Штаб, что нам делать? В нашем сейчас пехотном отделении 5 человек. Давайте, да, атакуем в северном направлении, поможем же. РМ говорят, что вот нам подходит враг. Эти вот хрущевки, высотки небольшие. Я понял, вот понял, вот. Понял. Но я не проглядываю, я проглядываю только концы. Все, они завел, он завел забор, сейчас пробую выбить. 7-1, 7-2. Они около нашей калоши. Давайте запнем направление, наши калоши там убивают. 7-1, 7-2, на связь. В западе она стоит? Да-да, вот калоши стоит. 7-1, 7-2, на связь. Блять, юга, да? Неизвестно, где-то вроде не враг. Лавка РМ. На связи. Мы рядом с вами находятся. Вроде как да. Не отвечают по ДВ почему-то ни на одном канале.
Я, кажется, им командира пристрелил. Ну, дальше на юг выглядит. Поизу, держи, вот там в метре друг от друга были. Колосом крикните, пусть, я не знаю, там... Жека, они мне Чукарина убили. Точки. И меня подстрелили. Вы занимаете позицию, которая обозначена синим маркером, седьмые лав. А, смотрите на маркер точка входа, обрабатываете его. Ладно, чисто, давайте фугасными снарядами. Как приняли? Лавка РМ, как приняли? РМ на связь. РМ на связи. Одну минуту. 53 лавки остались. РМ тоже еще еще. РМ, я на связи. Есть еще медик кто-нибудь? РМ. Это РМ, у меня есть медик. Можете подойти медика? Запрашиваю повторно, чья третья лавка? ТРМ не принял, к кому подойти. 7-1, к казарму нужно подойти, который справа от лавок. ТРМ, я не вижу метку 7-1. Аур, ты еще на метке своей? Лавка РМ, на связи? На связи. Штаб, спрашиваю третий раз. У нас здесь ездит три лавки. Одна РМ, одна наша, чья еще? А, лавка БВ должна быть. Это мы, это БВ спрашивает. Тут три лавки, наша РМ и чья еще? Подожди, была лавка РМ, две лавки БВ. А, одна лавка БВ давно сгорела. Вот. ТРМ, может быть это подбитая АТ-шная лавка? А кто на ней сидит? Почему на 2 не отвечает? Фига не было, ничего нет. Она не отмечается еще, походу. Третья лавка чья? В лавке получается, возможно, что? Противник, если она ДВ не отвечает. РМ, сделайте выстрел. Просто в любую сторону сейчас. Принято. Там с вами стоит вражеская, походу, лавка на север. Да, вы на нее навелись. Сейчас сделал движение. Поехала, поехала. Удирает лавка. Отработать вражескую лавку. Вероятно, ДВ частота захвачена. Я рекомендую сдвиг. Делаем сдвиг. Так, я вижу вашу лавку. Другая лавка уехавшая. Это, походу, враг. Как приняли? Делаем сдвиг. По двору бегает. Какой нахер сдвиг? РМ, проверка ДВ со сдвигом. Прием, кто на связи? Лавка БВ ответила. Кто на связи? Третья лавка вернулась на позицию. Видимо. Лавка РМ. Прикрытие нужно? Да, было бы неплохо, если бы сзади прикрыли дорогу, которая уходит на восток.
прямо за нами, в 2 метрах. МЛРС доступно, у нас 12 торпед. Лавка РМ, вы сейчас стреляли? Так, все хорошо, войска. Восточная точка захвачена. Каскад 1, каскад 2, выдвинуться на юг. Штаб, отбой, штаб, отбой. Это третья лавка, это все-таки наша, она не сгорела. Все хорошо. Давай один лавка. Почему не отвечал? Не знаю. Нифига ж себе бабахнуло. Не, не, каскад 1, каскад 2. Маур, да, не рушится. БВ-2, ответьте. Давайте бегом на север, сейчас. БВ-1, ответьте лавку БВ-2. Это РМ, бежим на север, здание рушится. Бежим до двора, где мы раньше были. РМ вызывать 7-1. Партизан север смотрит. РМ 7-1, вы на связи? Народу сколько умрет, сколько уже, наверное, умерло. Они убежали. Обалдеть, как Маур, ты не писаешь, какие горы трупы туда. БВ-1, БВ-2, третий лав, БВ-2. Сейчас, ладно, вернусь обратно. Джека, можете мехводу предоставить? Хотя не факт, что можно сесть. Не надо. Вот лишний. Лавка одноместная, ничего не знаю. Думаю, что мне делать, да. Штаб, дальнейшие действия. Дальнейшие действия выдвинутся на юг, на юго-восток по проставленным меткам. Сконцентрироваться в районе взлетной полосы. Меток не вижу. Меток не вижу. Кто на связи? Лавка БВ-2. Где остальные? Никак не могу. Это РМ. Я видел обрушение здания. Есть большой шанс, что сейчас половина народа погибла. РМ, калоши ваши остались, нет? Вы на... Подожди, РМ, вы на чем были? На лавке. Жека, ты живой? Живой. Это РМ, моя вот, лавка живая. Это лавка БВ-2, видим обрушение зданий и куча мертвых тел союзных. Все понятно. Выдвигаемся, получается, на юг. Что там штаб говорит? Бойцам отрядов. Кто свободен, сейчас, взять технику оставшуюся. То есть на берегу у нас калоши должны стоять. Нам осталось госпиталь взять. Как приняли? Мы заняли одну точку, осталось принято, только вот этот завод баррикад лавка заходить. Была, пока не можем уехать, пытаемся поднять водителя второй лавки нашей. Лавка, судя по всему, целая. Кажется, флэт-ауто плохо.
штаб, походу... Волочь, я еще жив. Я тоже. Это вот здание всех убили, видимо. Че, по потерям, что ли? Да, да. А есть условия там? По-видимому, рушащиеся здания всех убили. Так сказать, победила арма. Видимо, русские заложили взрывчатку все-таки.